2 часа ночи. Автобусная остановка на самом краю города. Да, именно так начиналось мое путешествие в один из самых дорогих городов мира – Женеву. Вокруг ни души, только я, какие-то спящие на скамейках бомжи и прочие подозрительные личности. Да, конечно, автобус – это далеко не самое удобное средство передвижения, но все это неудобство компенсируется ценой. Да, посидеть в неудобном кресле придется раз в 5-6 дольше, чем в самолете, но при этом и заплатите вы раз в 10 меньше. Если вы не какой-то олигарх, то экономия – это то, чем вам придется заниматься в поездке в Женеву с самого ее начала. Как правило, здесь лежит всякая одежда, какой-нибудь там ноутбук мой, техника для съемок, еще что-нибудь. В этот раз здесь лежит индукционная плитка. И сейчас я отправлю в этот чемодан посуду в виде ковшика, сковородки. Здесь у меня еще соль, гречка полпачки, кетчуп Хайнц и подсолнечное масло. На самом деле не подсолнечное, а оливковое. Просто я посмотрел видосы про Швейцарию и понял, что буквально один поход в швейцарский ресторан и на обратную дорогу денег мне уже просто не хватит. Как и вообще, в принципе, на дальнейшее существование. Но на самом деле в поездках на автобусе и помимо цен есть определенные плюсы. Например, вы можете любоваться видами из окна, и да, это актуально далеко не для всех стран, но Швейцария — это как раз-таки именно то место, которое славится красотой своих пейзажей и ландшафтов. Правда, слишком долго любоваться на них не получилось, ибо на нас обрушился просто какой-то нереальный ливень, а затем и вовсе начался град, как из фильма «Послезавтра». Я сначала подумал, что это просто какие-то местные особенности климата, но пару дней спустя я узнал, что это действительно был какой-то аномальный град, и очень многим машинам даже побило стекла. А еще на автобусе мы проезжали окраину Лозанны, у нас там была остановка, и я узнал, что вот такие вот уродливые бетонные коробки строили даже в успешной и богатой Швейцарии. Ну и наконец, спустя 18 часов дороги, мы таки прибыли в Женеву. Что, ты снимаешь, что ли? Да. Далее заселение в гостиницу. И вот это показано, вот это, я понимаю, документ. У вас герб стерся. Бумага, ну, качество, как ты вот сам понимаешь. И, наконец, то, чего я не мог сделать уже больше 27 часов. Проснувшись следующим утром, я подумал, что отличной идеей было бы приготовить завтрак своему любимому товарищу, а заодно показать вам утренние улицы Женевы и, конечно же, цены в магазинах. Пожалуй, первое, что мне бросилось в глаза, как владельцу электросамоката, это обилие двухколесного транспорта на дорогах. Хотя, казалось бы, жители Женевы – люди весьма состоятельные, да и налог на личный автомобиль в Женеве не такой уж и высокий, однако люди в костюмах за несколько тысяч долларов все равно предпочитают передвигаться на самокатах и велосипедах. И это не какая-то случайность. То, что вы видите, это результат планомерной и последовательной политики властей города на протяжении последних нескольких лет. В своем сериале «Слуга народа» Владимир Зеленский в образе президента Украины ездил на работу на обыкновенном велосипеде, и многие наверняка смотрели на это с улыбкой, с чувством какого-то сюрреализма, а вот это вполне себе реальный президент Швейцарии. Причем эта мода на велосипеды развита не только в Женеве, мне впоследствии удалось побывать в Лозанне, и там дела с этим обстоят вообще ничуть не хуже. В общем, люди приезжают сюда на велосипедах со своих домов, а здесь уже пересаживаются либо на вокзал и едут работать в какой-то другой город или кантон, либо садятся вот там на метро и едут уже куда-то в пределах Лозанны. Там, в принципе, судя по огромной карте метро, можно доехать буквально в любую точку города. Тут еще есть вот такая вот штука, при помощи нее вы можете, насколько я понимаю, бесплатно подкачать себе шины на велосипеде, если вдруг они у вас сдулись. Так, мы вообще-то с вами шли в магазин для того, чтобы приготовить вкусный английский завтрак Алексею. Один из самых распространенных и относительно доступных сетевых продуктовых магазинов в Женеве является сеть магазинов Деннер. 6 яиц 4,95, да мои яйца дешевле стоят.
тут бекон 4 франка 15 центов. Помидорки 3,95 за 350 грамм. Слушайте, а багет-то дешевый на самом деле. Что? Ой, чувак, спасибо, но я спать хочу очень. Склеив осколки разбитого сердца, я отправился осматривать женевские достопримечательности. Не знаю, в курсе вы или нет, но в центре Женевы лежит самый настоящий труп. Да-да, прямо как в Москве. То, что вы сейчас видите, это так называемый монумент Брунсвика. Карл II Брауншвейгский, он же как раз и есть Брунсвик, был настолько богатым человеком, что смог купить себе кусочек земли в центре Женевы. По договоренности с тогдашними властями, он завещал все свое огромное состояние городу в обмен на то, чтобы ему позволили построить собственный мавзолей практически в самом центре. Ну а завещанных им денег хватило на то, чтобы Женева смогла погасить все свои долги, построить большой театр, а также выплачивать зарплату адвокатам Брунсвика, которых для него нанимают и по сей день. В числе прочего, в их обязанности входит следить за тем, чтобы деревья напротив мавзолея подстригались до нужной высоты и не загораживали герцогу прекрасный вид на Женевское озеро. Смотрите, это лебедь. Это Женевский лебедь. У него денег, наверное, больше, чем у меня. Да-да, ему противно со мной находиться, поплыл к своим вот этим корешам-мажорам. А следующая достопримечательность Женевы не требует никаких путеводителей или карт, ее местоположение вы без проблем сможете определить, стоя в любой точке города. Фонтан Жидо — это именно та достопримечательность, которую чаще всего изображают на магнитиках, на открытках и прочей сувенирной продукции Женевы. Только представьте себе, через отверстие с диаметром всего 16 сантиметров, под давлением в целых 16 бар, что в 16 раз превышает атмосферное давление, подается целых 500 литров воды ежесекундно. Благодаря этому высота фонтана достигает 140 метров, и его действительно можно увидеть практически из любой точки в городе. Смотрите, ребята, бизнес-модель. Если вы смогли приехать в Швейцарию, как окупить свою поездку? Берете пустую пластиковую бутылку. Все, поздравляю, теперь это бутылка швейцарской воды, можете приезжать в Россию и продавать ее за 2 евро. Нет, шутки шутками, но на самом-то деле это реальная возможность сэкономить 1,5 евро, потому что примерно столько будет стоить бутылка вот такой вот воды, если вы в какой-нибудь магазинчик зайдете. Вообще, если вы думаете, что сами швейцарцы к таким ценам уже привыкли и считают их абсолютно нормальными, ну, вы, конечно, правы, но лишь отчасти. Привыкнуть-то они, конечно, привыкли, но вот только закупаться все-таки предпочитают где-нибудь за пределами Женевы. So, the prices in Geneva, they're proportional to what the people make. So, their revenue is high enough that the prices go with the salary that they make. So this is why it's surprising for people that come from outside the country to suddenly discover how high they are compared to their revenue. So France is really close because we're in Geneva, and a lot of people who live in Geneva are gonna go shop in France because, let's be honest, everything is a little cheaper anywhere outside of Geneva. И это утверждение мне удалось проверить на собственном опыте. В один из дней мы вместе с Алексеем отправились, опять же, на автобусе в город, который, простите за мой французский, называется Ферне-Вольтер. Из Женевы ехать до него где-то примерно 15 минут, и за все время поездки вы не заметите ни пограничного контроля, ни каких-то вывесок или надписей о том, что вы пересекаете границу. Но на самом деле вы ее пересекаете, поскольку Ферне-Вольтер расположен во Франции. Но несмотря на это, насколько этот город можно назвать французским, на мой взгляд, это дискуссионный вопрос. Во всяком случае, в кафе, в котором мы сидели, включили какой-то гимн, и он явно был не французским. Так,
Но на самом деле разницу со Швейцарией вы очень быстро поймете, как только захотите где-нибудь перекусить или что-нибудь купить. За 16 евро в этом ресторане я получил холодную закуску в виде достаточно вкусного домашнего паштета, куриную ногу с овощами и рисом, тоже, кстати, очень вкусно. После этого был десерт в виде отменного тирамису и, наконец, кувшинчик вина. Это было какое-то домашнее красное вино, и вообще-то я не любитель алкоголя, но с таким видом на горы и с учетом того, что за это вино было заплачено, грех было бы отказываться. И за те же 16 евро, но уже в Женеве, вы можете позволить себе Big Mac меню и 4 наггетса. Еще сильнее эта разница чувствуется, когда ты заходишь в продуктовый магазин. Бекон стоит почти в 2 раза дешевле, яйца аж в 3 раза дешевле, правда те, которые справа органические, но все же. Ну или вот еще хлеб тоже почти в 2 раза дешевле, я думаю, тенденцию вы уловили. А ведь мы отъехали от Женевы всего на какие-то несколько километров, и уже такая разница в ценах. После этого у меня сложилось впечатление, что Женева — это такая черная дыра, только притягивает она деньги и высокие цены. И вообще это забавно, что расположение рядом с Женевой влияет на французские города, на цены в них и на зарплаты сильнее, чем если бы они находились рядом с Парижем, хотя Париж — это столица Франции. Но если забыть про цены, то выезжая в такие французские пригороды Женевы, ты не особо ощущаешь, что это уже другая страна. Если выезжая из немецкой части Швейцарии в Германию, вы можете заметить разницу, например, в языке, швейцарский и немецкий очень сильно отличаются от немецкого, на котором говорят в Германии, то швейцарский и французский от оригинального французского не отличаются практически ничем. Главное различие, я думаю, это цифры 60, 90, ой, не 60, 70, 90. Что во французском языке есть слово 60, это soixante, но слова 70 нет. Ну, во Швейцарии говорят septante, это означает 70. В Франции же говорят soixante-dix, это означает 60 и 10, если так дословно перевести. В принципе, то же самое и с словом 80, в Швейцарии говорят 80, а во Франции говорят 80, что дословно переводится 4 раза по 20. А когда хочешь сказать 90, в Швейцарии говорят 90, что переводится 90. А во Франции говорят 90, что переводится как 4 раза по 20 и плюс еще 10. Французский язык в французской части Швейцарии отличается минимально, а вот немецкий охренеть как отличается. Потому если вы будете учить Hochdeutsch, там где в Германии, он будет отличаться от немецкого в Швейцарии, потому что это совершенно другой диалект. Люди просто росли, грубо говоря, ну, в разных маленьких деревнях, у них сформировались диалекты, они ими делились, и выросло что-то вообще непонятное, типа есть такое слово «грюци», оно значит «приветствую» в Швейцарии, но в Германии тебя не поймут вообще никак. Ну и таких вот много слов. На самом деле, немецкие и швейцарцы достаточно сильно отличаются не только от немцев, но и даже от швейцарцев, которые живут во французской части. Об этом не понаслышке знает отец Артура, которого зовут Амдо, и в Швейцарии он проживает с 5 лет. Изначально он жил в одном из немецких кантонов, практически до идеала выучил швейцарский и немецкий, но в какой-то момент решился на переезд и сейчас живет со своей семьей в собственном доме в одной из деревушек во французской части Швейцарии. Alors, la grande différence, c'est que les Suisses romands ressemblent plus aux Français et aux Italiens, et puis les Suisses allemands ressemblent plus aux Allemands. Donc les Suisses allemands, ils sont plus stricts, ils tiennent mieux aux règles et s'appliquent à les poursuivre. Tandis que les Suisses romands sont plutôt olé olé, plus olé olé, c'est pas dire qu'ils sont pas sérieux, mais ils laissent plus facilement couler les choses. Donc les Suisses allemands, il y aura toujours une, en général les villes plus propres. Les restaurants un peu plus soignés, les balcons plus soignés, c'est un général. Il y aura toujours des mauvais élèves dans chaque canton. А, кстати, о ресторанах. В один из вечеров мы с Алексеем решили сходить в какой-нибудь женевский ресторанчик и попробовать фондю. Это такое традиционное швейцарское блюдо. Его суть заключается в том, что в расплавленный сыр или в расплавленную смесь сыров, так называемую half and half, это тоже классический вариант, и вот в это вы обмакиваете либо кусочки хлеба, либо отварные картофелины маленькие, и понравится ли вам это блюдо, зависит в основном от того, нравится ли вам сыр. Те, кому сыр в принципе не нравится, скорее всего будут плеваться, а вот остальным я крайне рекомендую. Мне лично очень зашло. Этот нежный, сливочный, кремовый вкус и мягкий свежий хлебушек, который таким вкусным в хлебопечке бы у меня вряд ли получился. И вот под конец вечера нам приносят счет, 114 франков, я его сразу же подснял, и тут подходит владелец ресторана, который видел, что я весь вечер что-то снимал, спрашивает, чем мы занимаемся, мы отвечаем, что мы видеоблогеры, и обычно в этот момент нас либо просят все стереть, либо пойти куда-нибудь в другое место, а тут владелец ресторана взял со стола счет и сказал, что ужин — это подарок за счет заведения. Сказать, что это было приятно, это ничего не сказать.
Более того, нас пригласили и на следующий день, снова накормили, напоили, но еще и рассказали про историю ресторана и о том, как вообще все это в Швейцарии работает. В Женеве и в других городах страны есть очень много ресторанов, которые существуют еще с 18 века. И вот этот ресторан, он как раз один из таких. Я понимаю, что это может прозвучать штампованно, но здесь действительно все буквально пропитано историей этого заведения. Вот эта картина на стене, она не просто случайно выбрана под интерьер, это реальный портрет основателя этого ресторана. И ты понимаешь, как нынешний владелец заведения относится к этому месту, когда видишь вот этот кусочек стены, на котором висят газетные вырезки и фотографии известных людей, которые когда-либо побывали в этом ресторане. Да, история это все, конечно, здорово и интересно, но все-таки в ресторан приходят, чтобы поесть. На самом деле фондю, о котором я уже немного рассказал, это фирменное блюдо ресторана, и здесь его готовят в различных, в том числе и неклассических вариациях. Но какое блюдо бы вы ни выбрали, практически со 100% вероятностью оно будет приготовлено из максимально свежих и собранных или произведенных неподалеку ингредиентов. Например, молоко, которого нужно очень много, дают в частности вот эти вот коровы, которые пасутся на горе в 20 минутах езды от города. А уж сколько винограда для вина выращивается в окрестностях Женевы, это вообще отдельная тема. Когда ты едешь по побережью Женевского озера, у тебя создается впечатление, что швейцарцы просто какую-то цель себе поставили на любом свободном клочке земли посадить виноград. Ну, к слову, выращивают они его достаточно технологично. Я видел, как DJI Matrice, это самый большой дрон DJI, и он летал над одной из виноградных плантаций и просто поливал кусты. Кстати, этот дрон стоит 13 тысяч евро. И после всей этой ресторанной суеты, я вернулся в свой люкс в пятизвездочном отеле и подумал, вот бы сейчас за пуджика в меде похукать в дотке. А справиться с дотой, а также актуальными играми AAA класса, мог бы ноутбук Lenovo Legion 5. И это неудивительно, процессор Ryzen 7 5800H, графический процессор GeForce RTX 3070, да даже Cyberpunk на таком железе спокойно потянется. Тут стоит отметить, что вся эта мощь сокрыта в солидном, стильном и минималистичном корпусе, который будет не стыдно достать на люди даже в Швейцарии. Клавиатура с механизмом True Strike и белой подсветкой, прямо как я люблю. Не любите таскаться с кучей переходников и огромным блоком зарядки? С Lenovo Legion этот вопрос решен раз и навсегда. А в случае, если SSD-шника на 512 гигабайт вам покажется мало, то вы легко сможете добавить еще один без потери гарантии. Благодаря технологии DLSS, которая работает на тензорных ядрах графики RTX, показатель FPS в играх может вырастать аж в два раза, а игры с DLSS выходят почти каждую неделю. Из последних новинок Doom Eternal, Rust, Rainbow Six Siege, а на подходе Red Dead Redemption 2. Играете в киберспортивные игры? Тогда ощутите моментальный отклик на экране благодаря технологии Nvidia Reflex. Ну а для тех, кому ноутбук нужен под рабочие задачи, графический процессор RTX 3070 предоставляет ускорение работы в 70 приложениях, включаемое одним кликом в GeForce Experience. По сравнению с предыдущим поколением, ноутбуки на базе графики RTX 30 серии обладают вдвое большей энергоэффективностью и еще большей производительностью в играх и рабочих приложениях. Также графика RTX позволяет редактировать видео, работать с фотографиями в высоком разрешении, а также создавать фотореалистичные 3D-рендеры. Но главное, это, конечно же, игры. Я бегло прогнал этот ноут по тестам в Cyberpunk на высоких настройках, а также в моем любимом Red Dead Redemption 2. И вот что получилось. Cyberpunk был запущен на ультра-настройках с включенным рейтрейсингом, и FPS практически всегда был на уровне 50. Весьма неплохой результат для ноутбука, учитывая, что Cyberpunk — это игра весьма требовательная. Ну и, наконец, RDR 2, который хоть и вышел уже приличное время назад, но на ПК он все еще выглядит более чем актуально. Выдает 60 FPS на высоких настройках. А если настройки подубавить, то можно и 120 FPS добиться, чтобы ощутить весь потенциал экрана. В общем, если вы ищете идеальный игровой ноут, то переходите по ссылке в описании и зацените Lenovo Legion поподробнее. Несмотря на всю ухоженность Женевы и красоту ее архитектуры, где-то примерно на третий день я начал понимать, что мне становится немного скучно. И когда мне на почту написал Артур, а он откликнулся на мой пост о том, что я нахожусь в Женеве, он спросил меня о том, куда бы я хотел поехать в Швейцарии. И когда я узнал, что есть возможность поехать куда-то на машине, я практически сразу ответил, что хочу в швейцарские горы. Thank you.
небольшой вопрос на засыпку. Вот как вы думаете, что это за здание? Ну, в принципе, можно догадаться, что это школа, но теперь другой вопрос. А сколько стоит, по-вашему, обучение в такой школе? Нисколько. Здание, которое вы сейчас видите, это здание начальной школы города Виве, и это абсолютно бесплатная государственная школа. Особенно примечательно, что Виве — это город с населением всего 18 тысяч человек. Справедливости ради стоит сказать, что это не просто какой-то маленький городок, Виве — это все-таки центр швейцарской ривьеры, но, поверьте, в других, более маленьких городах школы выглядят тоже очень и очень достойно. Я думаю, вы согласитесь, что это очень здорово, что дети с самых ранних лет абсолютно бесплатно могут ходить в школу, которая расположена в настолько шикарном в плане архитектуры и состояния зданий. Ведь таким образом детям элементарно прививается хорошее чувство вкуса. А чувство вкуса — это то, что впоследствии приобрести очень и очень сложно, и при этом именно оно во многом определяет то, в кого этот ребенок потом вырастет. Вообще, по ходу поездки мне часто приходилось прерывать съемку, потому что мы постоянно оказывались в каком-нибудь тоннеле. Тоннелей в Швейцарии очень много. Если вы видите какую-то гору и в нее не ведет автомобильный тоннель, то это вовсе не означает, что это просто гора. Там внутри спокойно может быть прорыта целая сеть бункеров и пешеходных тоннелей, а входы в них будут тщательно скрыты от посторонних глаз. И тоже есть, мы сделали новый тоннель, только для поездов, он тоже где-то метр километров 50 тоже. 50? Да. Помнится, Хованский уже много лет утверждал, что существуют так называемые подземные люди, и все над ним смеялись, мол, что ты такое несешь. А по итогу он был прав, подземные люди действительно существуют, это швейцарцы. И более того, с 70-х годов и до недавнего времени основные мосты и тоннели были заминированы на случай внезапного нападения врага. А когда в 90-х годах стало понятно, что нападать никто не собирается, швейцарцы решили все это дело разминировать, на что у них ушло более 10 лет. Чтобы зайти в этот замок, нужно заплатить 12,5 франков. Добро пожаловать на экскурсию. Итак, чем же интересен этот замок? Да на самом деле ничем. С вас 12,50. Ладно, я не знаю, что такого интересного вам рассказать про этот замок. А, стоп, там бегает смешной карлик, и он раздает всем ключи и... А, стоп, это в другом замке. Короче, в двух словах, это Шильонский замок, и он известен тем, что там содержался Франсуа Бонивар, который являлся политическим оппонентом Карла III, который его туда, собственно, и упек. А вот, это тогдашняя канализация. Впрочем, я все-таки узнал кое-что интересное по поводу многих швейцарских и даже французских замков. А, мы сейчас замок проезжали, ты сказал, что если его купить, то можно стать бароном? Да, можно стать бароном. Подожди. И получается, во Франции, ты сказал, есть еще замки, и там подешевле, наверное, будет стать бароном? Да, там намного дешевле. То есть, если вы, ребята, захотите стать бароном, то покупайте себе замок именно во Франции, потому что в Швейцарии, видимо, дороговато будет. Нет, по-моему, нет? Если ты купишь во Франции, ты не станешь бароном. А, нет. Но сидите, что во Франции, чуть-чуть бароном. Ага. А, нет, тоже. Я все в порядке, все в порядке. Покупайте замок во Франции и становитесь баронами. Это смотря какой замок тоже. Ну, то есть, какой минимальный размер замка для того, чтобы я стал бароном? Это не, я думаю, это не... Не с размером связано? Нет, размера, а где он, наверное, кому он принадлежал. Ага. А сам барон умер уже, получается. Я всегда думал, что это переходит по родству, но оказывается, вся сила-то не в том, что у тебя там какое-то родство, а просто в том, что ты живешь в его замке. А со скольки начинаются примерно цены на замки во Франции, если вот такой, ну, бюджетный замок, чисто чтобы бароном стать? Ну... Так, чтобы, типа, чтобы был приличный замок, да? Ну да, уже, чтобы ты с другими баронами, когда встречаешься, чтобы тебе стыдно не было. Ну, по-моему, так 20, 150. 150 тысяч в евро, получается, да? Да. А 150 тысяч евро и я барон? А почему так дешево? Ну, это не факт, что ты барон, но замок у тебя... Замок. За 150 тысяч евро замок. А почему так дешево для замка? Ну, потому что никто не хочет покупать. Дорого в обслуживании. Да, очень дорого.
короче, вот карта, и исходя из этой карты, можно выбрать какой-то из маршрутов. Желтое — это типа для ложков, синее — это такое средненькое, красное — это вот прям ты уже такой альпинист, а черное — это, видимо, когда тебе уже жить надоело, вот можешь туда идти. И, конечно же, мне захотелось пойти по самому сложному и самому опасному из маршрутов, но, к сожалению, я забыл дома свое альпинистское снаряжение, поэтому мы просто купили билеты и поехали на вершину на фуникулёре. На самом деле дорога состояла из целых двух частей. Сначала наверх вас везет подъемник, который едет по рельсам. По центру вы можете видеть два троса, но на самом деле трос-то всего один, и к нему прикреплено целых два подъемника. Как только мы начали движение вверх, ровно в этот же момент сверху нам навстречу начал движение точно такой же вагончик, и так как он закреплен на противоположной точке троса, то спускаясь вниз, силой своей тяжести он одновременно тянет наш вагончик вверх. Благодаря этому удается сэкономить довольно большое количество электроэнергии, которая в Швейцарии, как и все остальное, весьма недешевая. После первой части пути вы можете сделать для себя выбор. Вы либо едете дальше уже на следующем фуникулёре, который передвигается по тросам, либо преодолеваете остаток пути на своих двоих. На второй вариант у нас не было времени, да и желания, если честно, поэтому оставшуюся часть пути мы также преодолели на подъемнике. Конечно, Мализон — это далеко не самая высокая гора в Швейцарии и даже не самая красивая. Но на меня, как на человека, который впервые в своей жизни побывал в горах, все эти пейзажи произвели просто какое-то фантастическое впечатление. И казалось бы, идеальных стран не существует, но когда ты впервые приезжаешь в Швейцарию, ты начинаешь всерьез в этом сомневаться. Когда ты видишь, как швейцарцы используют то, что им дала природа, когда ты гуляешь по улицам их городов или даже просто заходишь в какой-то местный швейцарский ресторанчик, ты понимаешь, что да, идеальных стран не существует, но если говорить о Швейцарии, то она приблизилась к идеалу настолько, насколько это вообще только возможно. Да ты заебал снимать.